С этим фотоаппаратом вы можете упасть со стола в бассейн, можете просто отправить его в подводное плавание, можете ронять на землю или в снег. Первый водонепроницаемый и ударостойкий беззеркальный фотоаппарат в мире – Nikon 1AW1. Не так давно мы снимали младшего брата этого фотоаппарата. Так вот, в плане защиты камеры очень похожи. Разница в том, что это намного лучше фотографирует за счет хорошей матрицы и качественной оптики. Для активного отдыха, турпоездок и тех, кто хочет фотографировать буквально везде, новый Nikon просто незаменим. Это как GoPro, только с большими возможностями. AW1 может погружаться на глубину до 15 метров. Все разъемы дополнительно защищены резиновым уплотнителем. Если собираетесь плавать с камерой, нужно, чтобы обе защелки были закрыты. Под объективом тоже уплотнительная резинка. Его поверхность шероховатая, удобно, если руки скользкие. Неудобно, потому что пыль и грязь в эти бороздки забиваются моментально. Кстати, водозащитных объективов пока только два, но в Nikon обещают расширить их линейку. Ну и понятное дело, сюда можно установить любой обычный объектив серии Nikon 1. Стандартный объектив за счет широкого угла идеально подойдет для фотографий в стиле «вот где мы были и что видели». Угол очень широкий. Для такой камеры это лучшее решение в качестве кита. Максимальное приближение не очень большое. Конечно, жаль, но ничего не поделаешь. В общем, детализация, резкость и цвета приятные, как и у любой другой современной беззеркалки. Максимальный уровень пригодного ISO находится на уровне 800-1200. Тут без сюрпризов. Конечно же, камера поддерживает съемку в RAW и все ручные и полуавтоматические режимы съемки. Еще одна фишка объектива – вода с передней линзы моментально стекает, вынырнули из воды, и можно снимать, капель на объективе уже нет. А еще встроенная вспышка работает и под водой. Над водой с защитой тоже все хорошо. Камеру можно ронять с высоты 2 метров. Все отлично работает после пары тестовых полетов. Ну и последний штрих – морозоустойчивость. При минус 7 и в снег мы отлично фотографировали, не беспокоясь за самочувствие камеры. Очень удобно, что кнопки управления большие, их легко будет нажимать даже в зимних перчатках. Самих кнопок минимум, но для обычной съемки вполне хватает. Не очень удобно управлять выдержкой диафрагмы с помощью одной кнопки, но это и не главное для такой камеры. Меню у Nikon, как всегда, очень простое, разберется любой. Еще один вау-эффект – вот этот джойстик. С помощью него предполагается выбирать режимы съемки под водой. Выглядит очень круто и вполне удобно. Ну и в конце расскажем о последнем козыре этого фотоаппарата – скорострельности. Даже с самым сложным следящим автофокусом AW1 снимает по 15 кадров в секунду. Это очень и очень хорошо. Полезность высокой скорости особенно ярко видна именно для такой камеры. Под водой или где-нибудь еще в экстремальных условиях второго шанса снять кадр может и не быть. В режиме съемки видео Nikon тоже весьма неплох. Автофокус быстро соображает, куда нужно фокусироваться, а особое удовольствие получаешь при съемке под водой. Это невероятно прикольно. Nikon 1AW1 – ну очень интересная камера, а во многом и просто уникальная. Это камера с собственным неповторимым стилем. Лучшего варианта защищенной фотокамеры на сегодня просто нет.